на солнышке лежу, и на солнышко гляжу, и лежу, и на солнышко гляжу. Папаша, сколько можно? Все лезу и лезу. Я желаю развлекаться, а я желаю выпить. Хорошо, хорошо. Конечно, моя маленькая. Ой. О, идем. Идем на каруселечку, идем. Тоже где-то увидел. Чем будем закусывать? А что хочешь? Шашлык, карнацы, мититы, маструба, баструба, даже плачинды есть. А? Слушай, а что-нибудь пооригинальнее имеется? Жареных медведей я не имею. А зачем нам жареные медведи? А? Пару кусков свиной вырезки имеется? Конечно, а зачем? А затем, что я тебя научу готовить одну вкусную штуку. А называется мясо по-простому. Давай. Вырезку кладем на солнце. О, чтоб подсохло. Ну правильно, с одной стороны, потом с другой стороны. Посолим это все. Молодец. И погорчим. Молодец. А потом на мангальчике поджарим. Ну, не, ну 2-3 минуты с каждой стороны, твой меня. А теперь, грузи, пока мясо готовится, давай приготовим к нему соус. Записываем. 4 крупных зубца чеснока растираем вместе с солью и перцем. Добавляем туда сырой желток, немножко подсолнечного масла, о, и сок лимона. Молодец! Взбалтываем, добавляем немного воды. Соус должен быть густой, как майонез. О! И потом этим соусом смазываем мясо с помидорчиками и под хорошую водочку. А! Все! А что? Хорошо! Все-таки я тебя где-то видел. Слушай, я тебя тоже где-то видел. Ой, хитрец. Наливай, а? Ну. Папуля, я, кажется, она развлекалась уже. Я хочу домой. Нет, вот сейчас домой не пора. Сейчас пора еще мне бутылку теплой водки, а тебе на карусели. Папуля. Еще раз, еще много-много раз.